Михаил Игнатьев побывал сегодня и в исторической части города, где сейчас продолжаются раскопки. На площадке, где уже на протяжении 3 недель проводится работа, устроили небольшую выставку артефактов. Археологи показали Михаилу Игнатьеву, что им удалось найти за время раскопок. Фрагменты фресок, напольной мозаики, гончарная посуда. Возраст некоторых предметов превышает 400 лет. Накануне экспедиция обнаружила цементный саркофаг. Специалисты предполагают, что именно под этой плитой находится усыпальница Марии Шестовой. Но, по всей видимости, располагается она еще глубже. Когда могилу удастся обнаружить, необходимо создать специальную комиссию. Глава региона пообещал оказать содействие археологам.